Телекомпания провела уже 3 таких чемпионата, но все равно правило напомнить будет не лишним. Итак, на беговые дорожки можно вывести любого малыша до 1 года и 1 месяца. От старта до финиша ваш спортсмен должен будет преодолеть 5 метров. Но только ползком. Ходьба на своих двоих на этих соревнованиях ведет к дисквалификации. Чемпионат пройдет таким образом. Сначала отборочные забеги. По их итогам полуфиналы. Там путь спортсменов будет усложнен отвлекающими игрушками. А в финале нужно будет преодолеть еще и тоннель. Теперь запоминайте, чемпионат пройдет 30 октября, это пятница, в 10:00 в детском центре «Игруша», что в торговом центре «Москва» на 6-м этаже. Зарегистрировать участника можно там же или в редакции телекомпании по телефону 33 76 46. Почему важно зарегистрироваться заранее? Все просто, потому что количество мест на беговых дорожках чемпионата ограничено, а по хорошей традиции телекомпании «Телемикс» призы мы приготовим всем участникам.